Всем доброе утро. У нас на Тамбов, походу, готовится какое-то зло, как любит говорить Миша, какая-то жесть, потому что подбор тачек будет просто невероятный. У нас Ермак привезет там, помимо своего Ермака, вот этого УАЗа на мегаколесах, он привезет еще очень интересную технику современную. Я когда увидел фотку и там друзьям разослал, они просто, мягко говоря, охренели. У нас будет огромнейший трейлер на базе Dodge Ram, если не ошибаюсь, на базе пикапа. Я не знаю, сколько там метров у него, 30, наверное, метров, длиннее, чем фура. Это будет баня в конце покатушек. Потом у нас будут ребята с Москвы, ну, понятно, что мы сами будем с Мишей там на двух машинах. Будут еще там очень интересные монстры, поэтому, кто не успел, еще у вас есть время скинуть свои данные, мы с вами свяжемся, чтобы потом не обижались, потому что часто такое есть. А что не позвали этого? А что меня не позвали? Ребята, мы едем в Тамбов, в пятницу выезжаем, поэтому кто из Тамбова или кто кого знает, можете эту информацию распространить, чтобы потом никто не обижался, что пропустил интересное мероприятие. Всем хорошего дня!